И сейчас отбываете наказание сроком в 15 лет. Да, мам. Моя любимая Энни. Врачи дают ей год. Умоляю, выпустите. Я подарю Энни лучший год жизни. Мне так жаль. Знаю. Рейнс, верно? Рэй. Джейми Рэй. 15 лет за плохой вкус на друзей. Вроде того. Давайте исправим на «вроде того, сэр». Да, сэр. Есть одна халтурка для тебя. А если откажусь? Это меня очень расстроит. Что честные люди вроде тебя не должны вкалывать за какие-то крохи. Знаешь, Джимми очень повезло. Нам обоим. Ай! Мой курьер вчера вез $500,000, но до меня так и не доехал. Но если ты еще хочешь хоть раз потанцевать с этой женщиной, верни мои 500 кусков. Ты понятия не имеешь, с кем связался. Вы загнали в угол отчаянного. Тише, тише. Молитесь, чтобы ничего не случилось. А вы молитесь, чтобы его невеста была цела. На такую жизнь не любая согласится. Нет, 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 нет! Отпустите! Нет! Фрэнк! Не собираюсь проводить наш последний год в бегах, постоянно оглядываясь. Надо с ним кончать.